что уж я на очередном этапе развития своей личной жизни. У меня свидание. Свидание с очередной прелестницей. Скоро она придет. Но перед этим я открыл свой собственный телеграм-канал, который называется «Бизнес Хайп». Почему он так называется, догадайся. Все правильно. Потому что много вопросов, Женек, откуда все это, неужели на зарплату таксиста? Да нет, конечно. А вот откуда, бабосики, вы узнаете именно в этом телеграм-канале. Поэтому, если ты заряжен на все в этом мире, без каких-то особых миллиардных вливаний, то тебе прям там самое место. Бизнес Хайп, ссылка на телегу будет в описании. Обязательно подписывайся, и там будет реально много кайфового материала, и ты узнаешь о моей жизни, о моей истории, и я лично отвечаю там на все вопросы. Ссылка в описании, как я уже сказал. Подождем мою красотку. Ох, ё-моё. Привет. Какой... Нет, так не так, привет, нехорошо так начинать встречу, но какой кошмар. Не ты кошмар, ты прекрасно выглядишь, привет. Привет. А что у тебя? Что у тебя? Это небольшая моя такая травма. Это же не аксессуар, это же вот то, о чем я думаю. Это я, к сожалению, повредила шею. У меня был тут эксперимент, новое увлечение пробовала. Я стесняюсь спросить, ты горные лыжи, ты вроде как уже не по сезону. Не горные лыжи, ты, может, такое даже не знаешь. Такое слово тантра. Хотите законно освободиться от финансовых долгов и пройти процедуру банкротства согласно действующему федеральному закону 127, но не знаете, как это правильно сделать, то я рекомендую вам обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Плюс в том, что вы можете обратиться из любого региона России. Визит для немосквичей не обязателен. Звоните им по указанному номеру телефона, и вас бесплатно проконсультируют, а опытные юристы помогут вам получить долгожданную финансовую свободу. Гладышев Дмитрий Александрович. С 1998 года занимаюсь процедурами банкротства. Юрист, практикующий, преподаватель в ФУЮА. 1 сентября 2023 года водитель такси должен указывать свой реальный банковский счет, на который он будет получать вознаграждение за свои услуги такси. В связи с этим могут возникнуть проблемы у тех водителей, у которых есть просроченная кредиторская задолженность перед банком, потому что весь их заработок будет списываться в пользу их кредиторов. Суд выносит решение в отношении водителя или собственника транспортного средства возместить ущерб там другой стороне. Сумма ущерба больше 500 тысяч, ну, например, непокрытая страховка или страховая компания взыскивает. Даже в этом случае будут списаны эти долги. А чуть-то я не знаю. Я, кстати, очень даже знаю. И вот я вот тоже так. Только знала и слышала, а решила попробовать и как-то пока. Я стесняюсь спросить, что за методика была какого-то известного, я даже не знаю, как есть как человек-змея, да, или как человек, как этот, блин? Все, да, нет, в суперсемейке Эластика, да, которая такая вся эластичная была. Я такое не смотрела. Ты такое не смотрела. Ну, я, видимо, не как это вот эластичная. Ты не как Эластика. Да, ну, там просто были разные там маневры головой вниз, там, для устойчивости, ну, вот не удержалась. Да, понял. Первый эксперимент, к сожалению. Ну, на самом деле... Очень больно. Я понимаю, на самом деле... Но я не могла не прийти. Это отлично, только почему перед моим именно свиданием у меня вопрос? Ты не могла? Вопрос к твоей карме, может. Вопрос к моей карме, видимо, да. Вот теперь у меня есть... Нет, слушай, ну, ты знаешь так, меня это не смущает, я тебе могу сказать. Я рада. То есть даже если бы ты приехала на инвалидной коляске... Нет, это не то, что во мне ничего святого, нет. Ну, я же взрослый мужчина, понимаешь, ты взрослая женщина. Поэтому я... Ну, раз уж я уже начал даже про это говорить, ну, скажу, как есть. Ты мне действительно очень нравишься, прям мой тип. Даже так? Да, серьезно. И, может быть, даже вот это вот, как сказать, воротник, да, наверное, правильно бы сказать. Этот воротник даже, да, придает тебе определенный, даже, наверное, не тебе, а у меня в голове фантазии определенный смак. Да, то есть мне даже как-то вот, я даже, у меня просто такого не было, видимо, и я подзавелся, вот мне, да. Да, мне, к сожалению, не до фантазии, очень, на самом деле, неприятно, вот шейка болит.
Слушай, я шейку твою тревожить особо не буду. Я, может быть, мне достаточно будет даже нижней половины. Смотри, я предлагаю как? Ну, как я уже сказал, мы можем пойти где-нибудь поесть. Ты мне расскажешь. Кстати, а что случилось? А, ты сказала, что случилось. Ты мне расскажешь эту историю, да? Ну, как это все произошло. А потом я приглашу тебя в какое-то отдельное помещение, где возможно сделать расслабляющий массаж со всеми вытекающими оттуда последствиями. Очень я смутил слово «вытекающие последствия». Ну, там как пойдет уже, в общем-то. На самом деле, мне рано массаж делать. Да? У меня пока еще такое вот состояние покоя. Мне на самом деле лучше лежать дома. Я просто очень хотела увидеться. И ты мне тоже понравился, и я рада тебя видеть. Но у меня есть отличный план. А, у тебя свой план есть? Да, да. Мы можем посидеть, покушать, так, обязательно в ресторанчике какой-нибудь шикарный. А сейчас вот хотела бы поездить по магазину. Меня бы это очень порадовало. Мне сказали врачи, что мне нужны положительные эмоции. Так. Я бы очень хотела, например, съездить в ДЛТ. Так. Стокман. Так. Стокман, что там, галерея. Так. Аутлет, конечно, подальше, но тоже. Вот. Я бы с удовольствием съездила. А ты хочешь просто на экскурсию? Нет, что-нибудь там купили бы. Что-нибудь это типа что? В сладкую вату или чай с пузырьками? Мне сказали, нужны положительные эмоции. А думаешь, летний гардеробчик прибавит тебе положительных эмоций? Ну, аксессуарчики 100%. Аксессуарчики. Да, ну, да, у тебя уже один есть такой модный аксессуар. Да, но он меня не радует. Он тебя не радует. А массажик, ну, как бы просто рано. Не раньше, я думаю, чем неделю-две должно пройти, подзажить, там, связки. Ну, то есть через неделю-две массаж... Да, я люблю массаж. Ого, ну вот, видишь, это меняет дело, конечно, сильно, но ты понимаешь, две недели. А что мне делать эти две недели, полторы недели? Что мне делать? Общаться можем. А, просто общаться. Ты можешь меня порадовать. Я могу тебя каждый день радовать, я в принципе. Я вижу, что ты хороший человек. Хороший человек с возможностями, видимо. Да, тем больше, чем больше положительных эмоций, тем быстрее я восстановлюсь. Ах, вот оно что. А ты какие-то, ну, все-таки хоть что-то успела из практики вот этой вот? Интересной? Ну да, что-то хоть... Ой, я и на йогу ходила, я и вниз головой стоять умею. Просто неудачно был выбран тренажер. Да, назовем это вот его так. Назовем его так. Тренажер неудачный. Да, так. Да, да. И вот от резкого падения сократилась шейка. Так. И врачи сказали, домашний покой, положительные эмоции. А что радует женщин? А что радует женщин? Красивые покупки, одежда, эмоции, шопинг. А что радует мужчин? Радовать свою женщину. Ах, вот оно что! А я думаю, что меня может порадовать? Точно, меня может порадовать. Ты знаешь закон вселенной? Чем больше отдаешь женщине, тем больше к тебе приходит. Серьезно? Да. Слушай, ну... Мы вот как раз на тантре и говорили про энергообмен. То есть мне нужно эти полторы-две недели, как можно больше отдать, чтобы через полторы недели вселенная... Мне отблагодарила. Да. Скажи, так не нужно, а должно быть желание с радостью отдавать. Ах, вот оно. Положительные эмоции. Ты получишь в десятки тысяч раз больше. Ну ты там же тоже поучаствуешь. Да. Да, ну да, да, да. Конечно. Отлично. Мы же как бы понравились друг другу. Да. Хороший диалог. У нас такой хороший диалог. Я вижу, ты очень хороший мужчина. Я очень хороший мужчина. Я видишь, как вы в таком состоянии, только к тебе вот на свидание. Ты молодец. Пришла, ну, да. На самом деле, если убрать все вот эти мои фантазии, ну, ты жалостливо, конечно, ну, выглядишь. Ну, то есть, тебя хочется пожалеть. Ну, потому что это как-то, ну, действительно, вот я и хочу, если убрать все, лихо. Да, то это, конечно, плохо. То, что ты вот повредил себе шею, потому что это все. Да, даже если бы это была не шея, даже если бы был палец, все равно это на самом деле плохо. Неприятно. Слушай, ну, видишь, у нас какое у нас столкновение, конфликт интересов. Угу. Я вот все-таки был настроен на другую какую-то историю, а вот на ту историю, которую ты мне предлагаешь, твой план, я на него, к сожалению, не очень настроен. Ну, вот как-то так. Может быть, мы на какой-то компромисс сможем найти? Может быть, мы съездим в какой-нибудь один торговый комплекс и купим один какой-нибудь аксессуар, вот, а потом все-таки мы воспользуемся моим планом, да, который я сказал, и я тебя уверяю, что я буду очень аккуратен,
да, я видел некоторые вот эти вот всякие, вот то, чем ты пыталась увлечься, да, вот эти все вот, там эквилибристы были вместе вот с такими mm-hmm. дамами, желающими mm-hmm. вот поучаствовать. Но я не такой, я не эквилибрист, неважно, не буду mm-hmm. сейчас, не произнесу уже это слово, я буду очень аккуратен, я буду прям очень нежен и аккуратен. Я как-то вот удивлена, что ты, несмотря вот на мои слова, что мне плохо, я себя чувствую, говоришь такие вещи. Так. Вообще-то я плохо себя чувствую. Ты сам сказал, ты вызываешь желание пожалеть. А. У тебя что-то, извини меня, еще фантазии какие-то. Ну, до этого ты вызвала у меня сначала. То есть, да, то есть ты меня вот для этого позвал, так. А вложиться, порадовать меня ты не хочешь. Один магазинчик, серьезно? А вот, вот так ты к жизни относишься, так тебе жизнь и не отдает. Слушай, ну. Вот один кусочек ты и получишь. А, думаешь? Да. А я думал так, что типа одна часть тела болеет, это один магазин, вообще, две части тела, два магазина. Это свинство, я не ожидала. Серьезно? У меня было ощущение, что с другим человеком общаюсь, порядочным, щедрым, соображающим законы Вселенной. Что ж ты мне все про эти законы Вселенной? Потому что это элементарная грамотность финансовая. Это элементарная финансовая грамотность. А я думал, что типа, ну... Чтобы... Знаешь, мне кажется, мы теряем время, потому что мне неприятно это все слышать. Ну, договорились увидеться, узнать друг друга получше. А у тебя там отельчики уже, знаешь? Нет, нет. Нет? Нет. Ну, прости тогда, что у тебя... Ну, не знаю. К доктору тебя подвести, нет? Или что? Да я сама, все, сама? Мне достаточно вообще. Ну, давай. Я ожидала, конечно, от тебя. Ну, изучаю финансовую грамотность. Хорошо, я буду. Ага. Давай, пока. Я всегда думал, что формирование финансовой грамотности происходит немного по-другому. Что нужно создавать источники дохода, а не источники расхода. Собственно, как бы, если я еще таких пару источников, которые якобы должны Вселенной помочь меня обогатить, заведу, то останусь без штанов, в прямом смысле этого слова. И за этим не последует какое-то сладострастное приключение. Нет, за этим последует бомжевание, и вместо штанов я буду прикрываться газетой, видимо. Правда. Газета «Правда» или газета «Известия». Не знаю, что она хотела. Видимо, может быть, у нее и не болит ничего. Может, она специально это так, знаете, как этот оберег. Одела его, типа, я не могу делать ни вот такие движения, ни вот какие-то такие движения. Так что, извини, чувак, ничего сегодня не выйдет. Но кайфушки мне купи. Блядь, да что же всем надо купить эти кайфушки? А без кайфушек что, никак? А как раньше? В школе, в институте. Как, ну, я, как у меня был этот самый? Как он у меня был? Без бабла вообще. Видимо, это возраст. А возраст, видимо, наталкивает женщин на то, что хер ли с меня было взять в те годы. Ни хера у меня не было. Поэтому все такие, да, и что с него взять, да, и давай, ладно, пошпилю или... А сейчас есть что взять, и поэтому они просто так не дают. Что делать? Ну, я тоже не готов, простите, 4 торговых комплекса, это я должен чемодан с бабками возить у себя в салоне, в багажнике, а у меня нет такой возможности. Поэтому, наверное... Все-таки я правильно сделал, да? Вот так вот. И еще неизвестно, как она там с этой тантрой, да? Может быть, в натуре ничего бы у меня так бы и не зажглась бы звездочка, и бабочек в животе бы не было. А еще и полторы недели ждать. А эти полторы недели листать рыжики, да, направо и налево. Ну, я имею в виду 5000-ные купюры с хабаровском на этикетке. Не знаю, друзья мои, не знаю. Жалко, конечно, ее, но вот так прям... А вы что скажете? Напишите. Во-первых, стали ли бы вы заниматься с человеком, у которого корсет на репе? Второе, потратились бы ли вы на него? И третье, действительно во мне ничего святого? Ты что, женек, готов человека больного? Хромого, косого. А что делать? Весна, друзья мои. А весна, как говорится, играй гармон. И была такая даже передача по Первому каналу. Или там гармонь.
Да неважно. Пишите, Уля, а я пошел сублимировать, видимо. Тантра. Надо попробовать. Таксопарк «Такси Хайп» лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.